Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 5 декабря у нас 2021 года. Температура на улице минус 15 градусов. Полтора часа я катался, 22,4 накатал по реливу. Вот колесико в тепловизор снял, во второй части вам поставлю. Ну что, по заряду аккумулятора. Вот у нас половиночка где-то. Было так, что у меня убиралось, когда я подъехал. Сейчас посмотрю по Darkness боту. Ну, я думаю, где-то процентов у меня 50-45. Вот 22,4 километра я прокатил по минус 15. Так что, друзья, кто интересовался, сколько можно проехать и какой заряд останется, вот сегодня катанул. Красота. Завтра вообще обещают минус 20. Посмотрим. Всем, кто смотрит, вот такие лайки. Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас минус 15 градусов, 5 декабря 2021 года. Рубрика «Тепловизор». Я бутылочку взял, у меня в помещении 15 градусов. Это там омывайка на 15 градусов. Так, вот как минус 15 на стенке выглядит. А вот колесико, на нем я только что проехал 23 километра. По морозу минус 15 градусов. По времени я скажу, сколько это будет, сколько я ездил вообще. А так вот, это сторона контроллера у нас. Это сторона контроллера. Самое горячее, это, кстати, там, где провода. Там, где силовые провода. Ну, сейчас обратную сторону посмотрим. Разговору о том, да, что мерзнет колесико, не мерзнет. Ну, катался, хорошо катался, даже провалился. На лед пока не выходите, несмотря на то, что мороз стоит уже долго. Получается так, что пруды, допустим, вот в парке Победы, они еще не промерзли. То есть я провалился, поэтому на лед не выходим. Пока. Рановатенько. Надо подождать, пока встанет. Эта педаль у меня не откидывается уже сама, потому что я использовал морскую смазку, она сильно загустела. Надо осики вытащить и обычный литол намазать. Ну вот у нас батареечка. Напомню, минус 15 катал я. Ну, я думаю, что-то чуть побольше часа, потому что все село у меня. Колонка села, камера полностью заряжена, инста села. Ну, надо сказать, отработала хорошо. Ну, посмотрим. Так что вот такие результаты. Все, всем, кто смотрит, вот такой вот лайк в перчатке. Все, спасибо, пока-пока.